Мы приветствуем, дамы и господа, у микрофона Риверс, и мы продолжаем с вами проходить Pledge Ring Evolution. На прошлой серии мы с вами прошли максимальную сложность за вирус, и теперь у нас с вами идет на очереди грибок. Спорам грибка трудно самим переноситься на дальние расстояния. Но я думаю, его ачивка скажет нам об обратном, так ведь? Поехали. У нас будет примерно вот такой вот билд. Сложность максимальная. Реверс грибок. Погнали. А погнали, кстати, в Исландию. Я думаю. Так, давайте почитаем его обилку. Взрыв спор. Распространяющаяся болезнь на новые стран... на новые страны. То есть можно взорваться и попасть в рандомную локацию, да? Точнее, опа, нифига себе. Плохо. Так, давайте еще пару взрывов дадим. Фига, резко в Гренландию сразу попали. Ненавистную нам. Так. Извержение спор. Выброс огромного количества спор в атмосферу. Давай. Ух ты ж. Еще раз сделаем взрыв. Так. Укрепление спор. Укрепляет споры, позволяя им выживать в воздухе сколь угодно долго. Фигайся, споры это вам не хухры-мухры, я так понял. Ну да ладно. Так. Давайте, наверное, от жары будем дефаться пока что. Пока что будем дефаться от жары. Фестиваль любви, значит, говорите, да? Хотя нет, рано еще об этом думать. Так. К лекарствам симптомы нам нужны. Ух, мать, как Гренландия сразу покрылась. Жестко. Заразнее, чем ВИЧ. Да хватит, ну господи, насколько можно? Я не ВИЧ, я грибок.
Так. Это было опасно, но похоже, я затащил. Не скажу, что было изи, но я смог. Грибок уничтожил землю. Увы. Чувствую себя каким-то берсерком, чтобы меня быстрее изучали, и я быстрее убивал. Такое себе счастье, конечно. Чего уж там изучает, там уже ничего не осталось от вас, граждане, тунеядцы, хулиганы. ГГ. Грибок убил землю. Продолжим в следующей серии. С вами был Риверс. Всем пока-пока. До скорой встречи.